Як знайти порозуміння між чоловіком та жінкою? І не завжди трапляється так, що люди можуть це зробити. Стосунки між близькими людьми можуть втрачатися з часом. І саме з цим питанням, як же налагодити усе, що є між вами, звертаємось до психолога і психотерапевта Павла Сарапіна. Дуже рада вас бачити у нашій студії. Ну що ж, кажуть, що чоловік та жінка – це досить такі дві протилежні частинки, які можуть з'єднуватись тільки за особливих умов. І дуже швидко і болісно можна їх роз'єднати, а потім назад, як то кажуть, вже не склеїш. Согласен. Так, тому ось чому так стається, що чоловік та жінка можуть не знайти між собою порозуміння? Ну, я маю на увазі тих людей, які вже обрали один одного. От вони нібито разом, а тут вже і не склалося нічого. Чому? Хорошо. Тогда начнем с самого начала, потому что для того, чтобы было всегда все хорошо, нужно прежде всего начинать с того, чтобы сделать правильный выбор. И от того, насколько мы хорошо сделаем правильный выбор, мы себя в этом случае обрекаем на то, чтобы жить долго, счастливо, и чтобы у нас все было гармонично, максимально гармонично. Так вот, все проблемы начинаются опять же с того, что мы ошибаемся, когда выбираем. Да, мы люди, и мы опять же движимы определенными механизмами, определенными моментами, и наш выбор изначально начинается с того, что у нас вспыхивает этот огонек гормональных отношений, так называемая любовь. И эта любовь, опять же, зажигает в нас этот огонь, и наша голова, которая отвечает потом за многие наши поступки, она в этот момент отключается. Но любовь – это такая замечательная штука, которая длится только мгновение в нашей жизни, а все остальное время мы потом живем какими-то другими моментами. Так вот, если мы хотим, чтобы у нас всегда в жизни было все хорошо, мы должны сделать выбор на основании трезвого ума и четкого расчета. Да, это звучит очень… А как же тоді кохання? Ну, вы там полюбили цю людину, а потом подумали и побачили, что… Ну... Немає там майбутнього, все вже. Як тоді? Зрадити своєму коханню? Ну, хорошо, тогда, опять же, я еще раз говорю, что любовь – это хорошо, но любовь – это только огонь, который зажигается на какой-то короткий промежуток времени, и это обыкновенные гормоны, и они очень быстро заканчиваются. А если мы говорим о долгосрочных, продуктивных отношениях, то мы должны эти отношения построить на другом принципе. Опять же, если говорить о каких-то других основах, вернее, о другом правильном построении мира, я всегда людям люблю задавать вопрос. Вы хотите построить отношения на принципе любви или на принципе уважения? Но все так задумываются и сначала отвечают, что, конечно, на принципе любви. Но тогда я их возвращаю в нашу реальность и задаю вопрос, что мы регулярно сталкиваемся с тем, что когда мы любим человека, мы почему-то регулярно делаем ему больно. Но вот делаем больно. А не можно так и любить, и поважать? К сожалению, нет. Не? К сожалению, нет. Ну вот, к сожалению, нет, и мы регулярно сталкиваемся с тем, что мы можем любить человека, но когда мы заглядываем вовнутрь себя, то мы достаточно часто задаемся тем, что вот мы его не уважаем почему-то. А если мы посмотрим на продуктивные отношения, то продуктивными отношениями могут быть только такие отношения, которые построены на принципе уважения. И когда мы человека уважаем, мы, наоборот, стремимся, чтобы наши отношения были максимально крепкими, максимально комфортными, максимально гармоничными. И мы стараемся сглаживать все вот эти шероховатости, все острые углы и стремимся именно к этой гармонии. Но уважаем мы людей только за что-то, а вот любим очень часто вопреки чему-то. Ну, можно любить взагалі, не зважаючи ни на что, просто вот, так. Вот, вопреки, нет. Ну, вот я еще раз же говорю, что любовь – это хорошо, но какое-то мгновение. Наших детей никто не вчить ось таким поняттям. От, як ви тільки що сказали, так, що треба обирати, наприклад, людину, ну, з позиції поваги, так? Да. Поважаючи переважно старших, можливо, людей. Нет. Можливо, ось, давайте тепер розберемо з цим поняттям. Повага. Повага, що це таке? І якою саме повинна бути повага між близькими людьми?
Но прежде всего я еще раз, опять же, буду повторяться, что мы человека уважаем за что-то. И здесь и большущий будет перечень того, за что мы человека будем уважать. Это могут быть какие-то профессиональные качества, это могут быть характерологические качества, это может быть большущая совокупность всех этих качеств, но это, опять же, мы уважаем человека за его лучшие свершения в сравнении с нашими внутренними достижениями. Мы всегда уважаем только тех людей, которые лучше, чем мы, к которым мы стремимся. Так, і ось що виходить тоді? Ми перебрали усі ті досягнення цієї людини, а можливо, вибрали лучше, слідки, краще, да. А можливо, за моральними принципами ця людина, ну, нам не дуже підходить. А ми на це не звернули увагу. Тобто треба теж розділити, мабуть, матеріальну частину окремо, досягнення окремо і морально-психологічні характеристики окремо. Чи ні? Чи так не буває? Я сейчас буду говорить очень-очень цинично, поэтому прошу сразу простить меня, но когда мы говорим о духовной сфере человека, когда мы говорим о духовности, и я опять же буду говорить, что ну, в представлении всех людей театр – это очень духовно, но мы опять же должны вспомнить, что входной билет в этот театр стоит денег. И в зависимости от того, насколько мы получаем много этой духовной энергии, мы платим больше, больше этих циничных денег. Поэтому даже такое духовное начало, как театр, мы все равно можем очень хорошо посчитать и перевести в денежный эквивалент, и мы все можем посчитать. Поэтому, опять же, в любом случае, если мы хотим, чтобы наш театр был посещаем, то мы должны, опять же, посчитать и этот уровень духовности этого театра, чтобы все в этой жизни было максимально эффективно и рентабельно. Потому что отношения тоже определенный момент бизнеса. Если отношения, построенные по другому принципу, и становятся убыточными, то этот проект всегда обанкротится и прогорит. Кохання и життя десь там... В палаці там, чи шалаш, чи що там, так? Воно ні до чого доброго не приведе, так? Тобто, якщо ви покохали один одного, подумайте, як ви будете жити і все решта, так? Тобто, ще проще, ще проще тоді. Так. Якщо ми говоримо о любві, то це чувство. А кожен з нас знає, що чувство потрібно постійно підтримувати, як вогонь. Тому ми повинні заглянути вовнутрь себе і оцінити рівень цього внутрішнього запасу ресурсів для того, щоб ми постійно могли підтримувати цей момент вогня. Якщо ми, опять же, будемо смотреть на той же театр, то ми обращаємо внимание, що успішно грають в цьому театрі тільки ті актери, у яких большущий энергетический запас внутреннего огня. Только тогда в этот театр ходят люди, они бросают цветы этим актерам, они ими восхищаются, но этот, опять же, момент восхищения основан не на принципе любви, а на принципе вот именно уважения и восхищения. Да. Потому что любовь зажигается только на мгновение. Если мы хотим поддерживать этот огонь, то это, опять же, ресурсы. А ресурсы всегда у нас очень ограничены. Поэтому, если мы говорим о гармоничных отношениях, то прежде всего мы должны говорить о том, что два человека, вступающие в эти отношения, они должны обладать одинаковым уровнем ресурсов. Потому что, когда у одного ресурсов больше, у другого ресурсов меньше, то наступит такой момент, что человек, у которого ресурсы закончились, он начнет быть обузой для человека с большими ресурсами. Какое-то время он, конечно, может заняться условной благотворительностью и финансировать этого человека с маленькими ресурсами. Но, простите, опять же, буду говорить очень цинично, это заканчивается очень быстро. А как же тогда человек должен зарабатывать, женщина должна следить за родиной? Это другие. Заводить детей, и дети переважно, виховання и все решта, трошечки теж більше, ну, можливо, там на обох батьках, але розподіл тих обов'язків все одно він є, і чоловік заробляти може і більше. Як тоді бути? Як тоді з цим? Так, я еще раз говорю, что количество ресурсов и выполняемые обязанности – это два совершенно разных проекта. Но если мы говорим о распределении обязанностей, то мы тогда, опять же, должны четко поговорить, что человек, правильно построивший свою жизнь, должен заниматься только теми делами, которые у него получаются. И исключать заниматься теми делами, которые ему притят. Почему? Потому что если мы постоянно наступаем на горло собственной песни, если мы постоянно заставляем себя, вынуждаем что-то, то мы становимся рабом. Рабом, зависимым от этих обстоятельств. И наступает момент быстрого эмоционального и физического выгорания. Поэтому люди, которые вступают в отношения, они сразу набираются
берегу должны договориться и огласить перечень тех дел, которые они хотят выполнять, и тех дел, которые они отказываются выполнять. И хорошо будут жить те люди, когда вот этот совокупный перечень дел, которые они хотят выполнять, будут хорошо дополнять друг друга. Если говорить на простом примере, девушка условно, опять же, условно должна хотеть мыть посуду, а молодой человек должен хотеть что-то делать другое. И вот они, дополняя друг друга, будут хорошо взаимодействовать. Ну, ніхто не буде сваритися, так? Ну, да. Тобто ти миєш посуд, це дуже добре, я пішов гроші заробляти. Да. Ну, тобто да. Ось так вони домовились. Але ж тоді, знову ж питання, якщо у нього більше ресурсів матеріальних, наприклад, да. на самому початку, а в неї менше, то теж нічого не складеться. Ні. З часом вони будуть думати, що я більше вклав, а... Да, і возникає момент упрека. Возникає момент упрека. І ми регулярно бачимо, що через короткий проміжуток времени, ну от правда короткий проміжуток времени, в середньому через полгода, якщо ці отношения перестали бути з одинаковим уровнем вложений, люди починають попрекати свого партнера, хоча він перестав уже бути партнером, він становиться вже просто сожителем. І це можна дуже легко відслідити по отношению цього человека. То есть, прежде всего, люди прекращают касаться своего партнера, потому что руки у нас идеальный сигнализатор нашего отношения ко всему. Если мы ловим себя на том, что у нас отсутствует желание взять партнера за руку, прикоснуться к нему, и мы рядом с этим партнером почему-то делаем вот так, и, упаси Боже, делаем это вот так, то такие отношения нужно прерывать сразу здесь и сейчас. По причине того, что сразу после этой ступени будет следующая ступень, когда мы, наоборот, будем хотеть почесать свои руки у лицо, своего, у лицо своего сожителя. Ну, це взагалі, бачите, як тактильно людина повинна теж розуміти, що їй хочеться обійняти, можливо, так, свого партнера, підійти ближче, так, да. поговорити, можливо, десь там, ну, можуть бути різні варіанти, але я маю на увазі, що все ж люди повинні бути близькими один до одного, так, і на цьому етапі ще можна щось робити, так, виправляти помилки, виправляти конфліктні ситуації. О, а тепер давайте, опять же, по поводу конфліктних ситуацій, по поводу проведення вот этой чёткой грани, когда еще что-то можно сделать, и когда сделать уже ничего нельзя. Но мы тогда, опять же, должны говорить о том, что внутри нас, да, есть эти ресурсы. И эти ресурсы еще должны быть восстанавливаемы. И если у человека есть возможность восстанавливать эти ресурсы, то тогда эту ситуацию еще можно исправлять. Но регулярно, опять же, приходят люди в такую ситуацию, когда уже нет возможности восстановить эти ресурсы, и тогда эти отношения лучше прекратить. Но тогда давайте, опять же, каждый из нас имеет опыт обучения в любой сфере, и каждый из нас мог сталкиваться с такой ситуацией, когда вот он учится и доходит до предела того, что знания прекращают помещаться в нашей голове, сколько бы мы себя не понуждали, сколько бы мы себя не хватали за грудь и не трясили и убеждали, что это нужно сделать, все равно все. Вот нет уже места. Так вот, мы должны, опять же, четко понимать, что в этом случае, когда мы дошли до этой грани, вместо того, чтобы продолжать себя насиловать, нужно просто вернуться к тому состоянию, когда туда можно что-то доложить. Так вот, в отношениях всегда должен быть вот такой вот легкий момент голода. Легкий момент, опять же, того, что мы хотим что-то доложить в эти отношения с нашим партнером. Потому что если мы будем переполнять эту чашу условного терпения, то отношения, опять же, рассыпятся очень быстро. Кудись как... поехать, відпочивати, так? Залишити вашего партнера десь в іншому місці? Нет, нет, упаси Боже. Когда мне, опять же, семейные пары начинают говорить о том, что, ну вот, я считаю, что мои отношения восстановятся, если я подъеду отдельно отдохну от своего партнера, я, к сожалению, говорю, что если у вас появилась такая мысль, такое желание, то ваши отношения уже закончились, и лучше расстаться. Наоборот, если, опять же, мы говорим о восстановлении отношений, то нужно ехать отдыхать вместе. А и... ось як же тоді почуття голоду, як його тоді сформувати? Вот. Поэтому давайте, опять же, мы говорим о том, что все нужно построить правильно и гармонично. Если мы будем проводить хорошую, правильную аналогию с едой, потому что мы можем провести очень хорошую вот эту аналогию с едой, то мы знаем, что лучше чуть-чуть
недоесть, чем переесть. Потому что, когда мы переедаем, у нас возникает отвращение к этой еде, точно так же и возникает отвращение к этому партнеру. Но если теперь, опять же, говорить о отдыхе, то отдых в данном случае будет очень хорошим ресурсным состоянием, когда у нас есть возможность с этим партнером, с которым мы живем вместе, наоборот, наладить коммуникации. Потому что в современном мире у нас нет возможности с нашим партнером поговорить, нет возможности оговорить многие происходящие проблемы, очень многие происходящие ситуации, но в конце концов даже рассказать о тех чувствах, которые нас переполняют. И отдых – это такой замечательный промежуток в жизни, когда вот мы оговариваем все эти вопросы. Мы сразу расставляем приоритеты, мы сразу говорим о том, что у нас должно происходить в жизни, как оно должно происходить. Это замечательный период, когда мы, по большому счету, расставляем правила игры на предстоящий год. И если говорить, опять же, о отдыхе, то мы должны отдыхать минимум 3 недели. Так, минимум 3 недели, потому партнером. Что… Да. 3 тижні. Да, мінімум. Ну, ось, бачите, як можна швидко налагодити стосунки. Поїхали на відпочинок, 3 тижні відпочили, вже нібито все склалося, так? Ви встигли поговорити про усі ваші переживання, те, що вас переповнює, і що ви, можливо, не договорили за увесь рік, так? І десь якісь стосунки можуть прояснитись. Ми сьогодні не встигли поговорити багато ще про що, тому що в людей можуть бути, ну, різні ситуації і конфліктів вдосталь, особливо зараз. Їх просто більше і більше з кожним днем. Але хочеться, щоб люди знаходили той час для того, щоб побути разом, для того, щоб зрозуміти один одного. Ну і перше, це, про що ще хотілося сказати, це перший етап. Це етап вибору. Правильний вибір вашого партнера, він потім впливає на усе ваше подальше життя. І це дуже важливо, знати, як його зробити правильно. Ви сьогодні сказали вже про те, що хтось повинні бути однакові можливості у людей. І це дуже добре. Выбор. Тогда еще момент выбора. Те, кто имеют детей, регулярно сталкиваются с тем, что дети, играясь в песочнице, находят какие-то непонятные серые шарики и тянут их в рот, потому что у них нету, опять же, момента, да, момента каких-то знаний. Поэтому мы должны научить детей и самих себя не тянуть в рот и в свою жизнь, что попало. Це правда. Дякую вам. Залишаємось з такою темою, з такою проблемою і будемо знати, що робити. Ось, що найголовніше. Ми будемо знати, як вирішувати цю ситуацію на самому початку, поки вона ще не розрослася у велику проблему. Тому ось про це сьогодні поговорили. Дякую вам. Хочеться побажати вам гарного дня, щоб все було добре у вашому житті, щоб не було жодної конфліктної ситуації. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.